Всем привет, с вами Костя Вай, и сегодня я решил снять небольшое короткое видео о приложении на айфоне, которое называется Siri. Короче, в общем, Siri. Ну, его все знают, оно сейчас популярно. То есть у него можно спрашивать некоторые вопросы, например, такие: «Привет, Siri». В общем, ей можно задавать некоторые вопросы разные, на которые она будет отвечать. Например, такие: «Привет, Siri, как дела?» «Мои дела, ваши дела, поэтому у нас все одинаково». Интересно. «Как провела свой вечер?» «Итак, вот что мне удалось. Siri, что делаешь сегодня вечером? Ответь, плиз». «Отрабатываю стойку на голове вместе с Apple Watch. Это особенно тяжело, если нет головы». Вау. Siri, как у тебя настроение? «Порядок». «Какая погода?» «Вот прогноз сегодняшнего дня до 9 августа 2015 года». Вау. В общем, короче, с помощью этого приложения могут общаться типа аутсайдеры, там, одинокие люди с этой девушкой. Кстати, Siri, сколько тебе лет? «По возрасту я могу быть вашим ассистентом». Довольно прикольно. Кстати, я вас хочу предупредить, вам в английской версии там говорит мужик, а не женщина. Ну, это парни, а девушка, наверное, будет как раз лучше использовать английскую версию. Давайте попробуем дальше. Siri, как прогулять институт? «Вот что мне удалось найти в интернете по запросу Siri, как прогулять институт». Вау. Институт леса имени Ивета Сукачева. «Напишу пару слов про сам, как заходишь красиво одного из столичных институтов и как это делать, как захотелось гулять». Вона выдает ответы, блин. Siri, каково население Земли на данное время? «Простите, пожалуйста, я не знаю, где это». Да, это не место. Это не место, дурочка. Население Земли, Siri. «Хорошо, я вам напомню». Ладно, хорошо, потом напомнишь. О, я придумал, я позвоню сам себе. Siri, ты можешь позвонить Косте Игнатову? «Звоню Косте Игнатову». Она звонит мне, блин, она звонит мне, реально. А теперь внезапные танцы. Дубль 2, 3. После внезапных танцев с котом. Siri, сколько будет разделить 12340 на 250? «Итак, вот что мне удалось найти в интернете по запросу Siri, сколько будет разделить 12440 квадрит». Будет 49,36, тупая. Siri, когда будет солнечное затмение? Спасибо. Затмений не будет. Siri, ты выйдешь за меня замуж? «Это очень мило. Я могу вам еще чем-то помочь». Ладно, все, Siri, когда будет конец света? «Проблема 2038 года ожидается 19 января, так что, наверное, тогда». Она назвала дату конца света, она предсказательница. Блин, ты круче Аристотеля, Siri. Siri, тебе понравилось это видео? «Вот некоторые видео по запросу «Тебе понравилось», найденное мной в интернете». Пока, Siri. «Закончите работу, вы имели в виду до свидания». До свидания с тобой. «Найди в интернете». До свидания, все, в ЧС кинуто, Siri.
пока. Я что-то не то сказала. Если вы действительно хотите, чтобы я ушла, хотя бы скажите до свидания. До свидания. Пока. Наконец-то Сири ушла. Все. Теперь мы свободны. Короче, ребят, если вам понравилось это видео, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Через неделю будет новое видео. Всем пока. А давай, короче, теперь кот пробегает здесь. Как он был бы? Ладно, стой. А, нет, давайте, короче, это типа внезапные танцы, я с котом. Don't see door.